Сейчас, наверное, в самом начале стоит сказать одну очень важную вещь, что для людей, которые не любят болтологию, будет, наверное, какой-то тайминг в комментариях, что, мол, вот начинается игра, как бы сразу кликайте и смотрите, собственно, саму игру. Для людей, которые любят информацию, сейчас просто я не могу эту тему обойти, потому что произошел казус большой, который стоит просто обсудить. Поэтому здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. Это, собственно, ребята, Siege Survival, выживание осады, и это вторая серия. Во второй раз. Так просто бывает. Бывают вот игры, у которых возникают какие-то проблемы с самого начала. Как вы, наверное, помните, у нас первая серия тоже не с первого раза пошла, а со второго, потому что в первый раз я заснял 15 минут с отсутствием звука. Я забыл его просто включить, и поэтому она была переснята. Так вот, вторая серия вчера была залита. Ее многие даже, наверное, успели посмотреть. Минут, наверное, 10 начальных, стартовых. Но там фишка была в том, что звук был на максимально пониженных децибелах, как будто я говорил из унитаза посреди леса, то есть звука практически не было. Вот такой косячок. Я, значит, по итогу этой 10-минутной вакханалии просто удалил эту серию и пришел к мнению, что надо ее просто переснимать, потому что показывать вам третью серию, как бы, ну, минуя вторую, а что произошло, что здесь было? Там просто во время второй серии, я вам скажу, были уже сюжетные твисты во время вылазок, которые я протыкал, и как бы не показать это было бы кощунство, поэтому я решил переиграть еще раз. Как бы я теперь просто сразу вам говорю, что дальнейшие действия на ближайшие минут 30-40 я как бы примерно знаю, это небольшие читы, но честно говоря, подытоживая то, что я видел во второй серии, к концу ее, я вам скажу так, я, снимая вот ту вторую серию первоначально, накосячил везде, где мог, вот просто везде, я ошибся во всех вариантах ответов, я играл максимально неправильно, и к концу второй серии, к началу третьей, вчерашней, у нас было все разрушено, замок погибал, все умирали, это было ужасно, я некоторые моменты, так сказать, упустил из виду, которые ломали игру. Короче говоря, это по итогу, даже немножечко нам в плюс. У нас, в принципе, за последнее время все экономические и стратегические игры стартуют с третьего перезахода. То есть так, чтобы я с первого или со второго прошел, это как бы такие вещи, знаете, не для нашего канала. Мы вот с третьего стартуем, когда я после, так сказать, проб и ошибок уже понял, как игра, в принципе, играется и можешь теперь стартовать. Поэтому я вас, как говорится, предупредил, что эта серия, ну, вполне может быть нормальной. Я знаю, что вы любите, когда я косячу, когда все неправильно, когда ошибки, люди дохнут, замок разрушается. Но я постараюсь, чтобы все было хорошо и красиво, потому что я это уже видел. Но опять же, я от этого не застрахован, то есть вполне возможно, даже сейчас со знаниями наперед на 30 минут я все равно косячу и по итогу все будет очень плохо. Но надеюсь, этого не будет, потому что как бы, ну я что, зря что ли переигрывал первую осаду первый день, чтобы потом по итогу накосячить? Ну, короче, на этом болтологию заканчиваем. Я по традиции напоминаю, собственно, про ваш актив. Я был, кстати, очень шокирован на первой серии, просто какие-то сумасшедшие цифры для таких игр, поэтому продолжайте так же, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчики, перепроверяйте, все, поехали играть. У нас с вами, собственно, продолжение, то есть только-только завершилась осада, то есть один в один. Я только немножко по-другому расстроился, потому что с самого начала поставил себе сушилку, оказалось это, я потом по итогу узнал, что это очень важная вещь. Будем честны, сушилка позволяет сушить не только мясо, но и травы выращивать, нитки всякие, короче, важная вещь в обиходе этой игры. Так. Теперь у нас какие варианты здесь? Бертрам остается спать, Флинт сейчас идет у нас, собственно говоря, мародерствовать в город. Это у нас только-только второй заход. Проблема бастиона, отсутствие у нас, собственно говоря, оружия и стрел, стандартная тема. Он у нас очень голоден, ну ничего не поделаешь. Так, ладно, поехали. Вот наши ресурсики. Кстати, из того, что я понял по уникальным моментам этой игры, два пункта. Каждый день ты должен обрабатывать дерево, просто каждый день, иначе потом будешь просто не успевать. Это занимает очень много времени, честно говоря. И каждый день ты должен обрабатывать, собственно, еду. То есть те же яичишки, другие составляющие, травы, они просто очень быстро портятся. Особенно яичишки, они могут портиться даже внутри курятника. То есть ты не забираешь их у курицы, и как бы новых куриц тут не вылупляется. Тут у тебя просто, ну как бы, гниет твое яйцо, и все. И после этого еда как бы непригодна. Поэтому каждый день дрова, еда, еда, дрова. И самое главное, не нужно вырывать овощи из земли, если, как говорится, ты не хочешь с ними что-то либо делать. То есть то, что я вот делал в первой серии, когда я просто типа, о, помидорка, сейчас вырву, и потом скормил ее, собственно, курочкам. Оказалось, это очень важная вещь в дальнейшем, эти овощи, для создания хороших похлебок. Но если ты их срываешь с земли, они пропадают. А если они в земле, то они могут стоять, в принципе, вечно. Все. Я рассказал все, что знал, поехали. Так. Главное, что он у нас просто голоден, пустой желудок, но не слишком голоден, потому что когда индикация падает ниже до зоны желтой, персонажи перестают бегать, и это просто ужасно.
Сейчас мы с вами пойдем на правую сторону. Я в этот раз копнул именно правую сторону лопаткой. На вопрос почему, опять же, ответ, потому что я видел, что впереди. Короче говоря, правая сторона куда более безопасна. Там всего-навсего два бойца. И самое главное, там до хрена просто ресурсов. Огромное количество ресурсов. А самое главное, очень легкие тайминги. Так, вот здесь я не взял с собой факел. Это мой косяк. Сейчас надо найти этого бойца. Тут просто парень ходит по кругу. По одному и тому же маршруту. Он, в принципе, очень сложен. Просто единственная беда в том, что надо, как говорится, не попасться с ним в одной точке. Иначе будет неприятно. Так, мы нашли там гнилую пищу. Есть какое-то ощущение, что он находится позади меня, но я сейчас пока что нихера не вижу. Поэтому просто работаем. Тут, в принципе, зон, где можно сныкаться очень много по пути. Поэтому, опять же, можно не переживать. Просто... Вот он. Я увидел его фонарик. Вот он, идиот, красавчик. Слушай, как хорошо играть, когда ты как бы уже знаешь некоторые нюансы. У нас в этом районе находится и торговец, который я уже нашел. Опять же, во второй серии, в которой не было звука. Вроде бы в этой серии звук есть, судя по тому, что я вижу. Очень на это буду надеяться. Оказалось, что, кстати, играя с ними, можно воевать с этими ребятами. Вот у тебя есть и кулак, и атака, но лучше, конечно, атаковать, если у тебя есть чем, не просто кулаком, потому что просто кулаком... Там ты получаешь очень сильные увечья по итогу, и как бы это нехорошо. Плюс с них падает лут. Как бы, короче говоря, здесь стелс-стелсом, но боевка тоже довольно важная вещь. Просто пока что не ясно, ну, как именно. Я вот все думаю о том, что в самом начале, вот там, когда у нас был шанс бабульке той помешать, то есть не помочь ей закопать своего сына, подвешенного на дереве, а помешать и забрать у нее топор. У меня есть предположение, что топор это как бы наше личное оружие. То есть не оружие бойцов на стенах бастиона, а наше личное. То есть с помощью топора можно было бы каких-то вещей натворить прям конкретных. Тут вот в этой стороне, ну, чтобы вы понимали сейчас, просто количество ресурсов превышает... Тихо, что, услышал меня, что ли? Не-не, пошел дальше. Иди налево иди. Налево, не вниз. Правильно. Что, я аж пересрался. Я подумал, что я сильно нашумел, поэтому нас услышал. Так, а у нас бастион ищите все, что поможет салатам. У нас пока что нет никаких задач, то есть просто работаем, потому что можно найти. Кстати, игра, оказалось, что драгоценности тоже вещь очень важная. Я сначала подумал, там написано, что туфта полнейшая, которая не нужна. Но, как оказалось, в этой игре в городе есть торговцы. Люди, которые смогли сохранить, так сказать, свои изведения неприкосновенности во время атаки. И, короче, игра с ней можно обмениваться на товары. Ну, то есть, очень похоже на здесь War of Mine в этом плане. Так, доски это прям супер важно. Я думаю, материалы сейчас выложим, а доски возьмем, потому что доски это дорого-богато. Нехватка, конечно говоря, ресурсов этой, рюкзачка, прям вот нехватка. Хотелось бы, конечно, гораздо больше иметь себе. По факту здесь, я так понимаю, ну, судя по тому, что я вижу, есть еще как бы слоты. То есть, скорее всего, в дальнейшем, либо с помощью сумки, либо у другого персонажа будет не 9 слотов, а 12. И как бы, ну, то есть, это вполне возможное явление. Так, это мы уже собирали. Это при том, что это персонаж написано, что он как бы мастер по добыче ресурсов, или там расширенные элементы, бла-бла-бла. Так, у нас до конца дня осталось не так много времени, а вот здесь как раз-таки находится то самое место, про которое я говорил, где можно обменять свой хабар на что-то интересное. Так, ух, ни хрена себе. Так, драгоценности пока скинем, лекарства травяные оставим. Я думаю, надо сейчас идти домой. То есть нет смысла. Так, возвращение в замок. Да, быстро бежим домой. Тут вроде бы больше никого не должно быть пока что. Вот это, кстати, игра, самая главная моя ошибка была в той второй серии, которую вы не видели. Сейчас просто вспомнил. Такие, знаете, отсылки из параллельной вселенной. Как будто у нас с вами несколько вселенных было. Там Marvel, DC, Земля 1, Земля 2. И вот была Земля 1, на которой я неправильно сыграл. Короче, фишка вот в чем. Если ты хоть раз попадаешься в какой-то зоне, а я в прошлый раз, я говорю, я ошибся везде. То есть везде. Я попался на всех стражников, ошибся во всех. Там дальше были сюжетные катсцены. Я по диалогам, блять, промазал вообще все и вся, и потом у меня были стражники по 3 штуки на каждой территории. То есть выйти с рынка, это прям была проблема невероятного уровня. Сейчас, конечно, попроще, можно бегать, потому что рынок пуст. Это снова Гальвик, но он выглядит еще более уставшим, чем в прошлый раз. Должно быть, он прошел через сильно напряженный бой. Так, по его словам, некоторые солдаты были ранены во время нападения Исмира. Защитники сильно нуждаются в бинтах, и их оружие нуждается в починке. Гальвик поворачивается, возвращается к бастиону.
Что еще хуже, наши разведчики видели некоторых солдат империи Сангмар на расстоянии. Означает что ли это, что Сангмарский флот стремится напасть на наши земли? Или они собираются нанести удар по Исмирам со спины? В данный момент это большая загадка. Как только Гальвик сказал все, что должен был сказать, он поворачивается и возвращается к Бастиону. Так, ночь была спокойной. Угу. Хотим очень сильно кушать, но что-что, а еда у нас, как говорится, есть. Поэтому сейчас пошли покушаем. Берем нашего главного дядьку, собственно говоря, Бертрама, который работает у нас здесь днями и ночами, потому что можете это позволить. Так, и давай что-нибудь поедим. Ого, прям сразу с одного этого мы с желтой зоны поели до конца, нифига себе. Это какие-то уникальные вещи. Так, у нас есть новая партия яичишек, и мы, некоторые защитники, ранее нужны бинты. Сейчас будем делать. Так, одно яйцо мы тут сделали. Я насыпал им травушки. У нас, кстати, очень голодные хрюшки. Они могут просто в конце концов умереть. Лучше с этим делом не рисковать. Я, кстати, заодно и разобрался, как тыкать, собственно говоря, эти элементы по одному слоту через Ctrl. Так, гнилая еда. Как бы штука неприятная, но для хрюшек очень даже заходит. Поэтому пока подкормим их, чтобы у них было. Так, Бастион сейчас загрузим, секундочку. Все, а сами пошли спать, потому что этот персонаж... Хотя у него нет усталости, как бы не написано, но просто я знаю, что если он не поспит, у нас будет потом проблема, как бы прям большая. Так, здесь у нас что, значит, выпей воды. Воды очень сильно хочет. До сих пор у него депрессия после потери семьи, тоже это я понимаю. Некоторые животные голодают, это мы сделали. Бойцы раненые, это я понимаю. Так, задание, сломанное оружие, мастерская... Ага, мастерская травника, временный бинт. Собственно, я понял, значит, мастерская травника. Сейчас у нас важнее всего. Стол мясника, мастерская травника, нужны инструменты. Если не ошибаюсь, у нас хватало всего сейчас для создания инструментов. Это прям не проблема. Вот тут, кстати, я нашел себе описание этих персонажей. Можно было прям протыкать на них. Ну, то есть я смотрю и бонусы, и описание. Флинн спас меня и позаботился обо мне, когда я был сломлен и в долгу перед ним. Но я не смог спасти свою жену и ребенка, я мог только наблюдать, как он прошел мимо меня. А я все еще слышу их крики и не могу избавиться от чувства, когда я подвел свою семью. Но я не могу изменить то, что было сделано. Я должен выжить и стать лучшим человеком, которым смогу. Ну, как бы он явно не сломился. Очень сильный дядька оказался. Так, сейчас, секундочку. Нам, значит, нужны инструменты. А, они не здесь делают, вот здесь, на верстаке. Инструменты, одна пачка, поехали. Так, особенно Бастиона, что у нас здесь? У нас сломанный топор мы забираем. А по поводу провизии, давайте смотреть. Нехватка у них вообще вооружения. Два лука, опять топоров, при том, что людей как бы 12 человек. Один парень ранен. Статус у нас укреплений, ну, пока что еще есть кирпичи. Вроде все нормально. По воде и еде пока что еще как бы, ну, нормально, жить можно. Так, создаем пока что инструментики. Так, приятно играть, когда ты знаешь, что надо делать. Прям нормально. Вот эта, кстати, штука, это бесконечный запас ресурсов. На случай, если ты обосрался, как бы вот здесь можно копать и находить рандомные ресурсы. Там есть шанс чего-то ценного, типа целого топора или лука, но очень маленький шанс. А еще я заметил, что по итогу у нас здесь стоит трибушет, в дальнейшем, наверное, который сможем починить. Этого я еще не видел, но чисто предполагаю. Так, поехали. Ну, то есть, вряд ли он здесь просто так стоял. Скорее всего, по итогу мы будем, типа, наносить прям ответный удар захватчикам. Так, построить мастерскую травника. Бинты, это очень важно, поэтому не сомневаемся ни на секунду. Ставим здесь. Стараюсь строить пока, ну, все более-менее компактно в одну зону, синюю, потому что, как вы понимаете... А вы же, наверное, это вообще не видели, да? Там, короче, помимо... Небольшие спойлеры из будущего. Не только будут снаряды из трибушетов. Там тебя будут заливать всем, чем можно. Короче, тут вот эта зона желтая. Во время атаки в разных осадах будет простреливаться просто миллиардами разных снарядов. Действительно, выжить там и человеку, и строению практически будет невозможно. Поэтому пока строим только в зоне, которая защищена у нас. Это так? Так, по поводу бинтов. Сказали сделать немножечко бинтов. У нас ткань есть, поэтому как бы делаем временные бинты. Нам пока нужно, скорее всего, максимум 2 штучки. Там у нас был всего-навсего один раненый человек. Сейчас ему отправим этот бинтик, он будет счастлив. Вот. Кстати говоря, уже курицы принесли нам после еды яички. Плюс свинюшки принесли нам компост. Может разбудить Флинта? Че он отдыхает? Давай, пошли, ты уже в принципе выспался. Ну так уж сильно за ночь устал, поэтому сейчас соберем яички, наверное, наколем дров новых. Плюс одно яйцо. Компост, наверное, пока трогать не буду. Просто без нужных дров мы еще не сможем сделать себе еду. Это, кстати, система странная. Почему нельзя использовать как бы готовые огромные поленья? Закинул огромное полено, приготовил себе хавки просто. Ну кайф же. Так, делаем сразу, наверное, запас себе из 9 штук.
Бинты готовы? Бинты готовы. Значит, оформляем себе. Нам нужен всего-навсего один бинт сюда. Нет, нет, наоборот, вот так. Один бинт. Отправляем его в бастион. Все, так, доставить 3 единицы еды салатом в бастион. А, они еще еды требуют. Опа. Ну, пока один рубает, второй, как говорится, пошел готовить. Так, готовить. У нас как раз-таки есть яичишки. Сразу делаем 2. Кстати, Игорь, тут большой кусок мяса, который мы нашли в самом начале, в первый же день. Его надо как можно быстрее сейчас разделать, иначе будут у нас проблемы с этим делом. Потому что он тоже может завонять. А это, короче, огромная туша коровы. Ее надо сначала разделать на столе мясника. Я еще пока не строил его. То есть ты не можешь ничего не сделать с этой штукой, пока не разделаешь. Такая вот ситуация. Так, ну у нас завершение дня получается, да? Ну, яичишки у нас кончились, поэтому ждем их. Мяса тоже пока нету, поэтому тут ничего не поделаешь. Приходится только ожидать. А, вот, можем собрать здесь себе. Я сделал немножко тканей. Тут можно из травы, короче, ткани высушивать. Тема очень даже годная. Так, настала ночь. Легкая болезнь у нас, пустой желудок грустит. Ну, идем мародерствовать. Так, да. Берем с собой факел. Я один делал про запас, как раз-таки, чтобы сжечь ту кучу, которая справа. Я вот сейчас думаю, брать ли с собой драгоценности, чтобы немножечко обменяться с той женщиной. Просто драгоценности, короче, оказались очень хорошо подходят для обмена. Наверное, я возьму с собой драгоценности и пойду мародерствовать. А еще вот этот, кстати, проход, который справа у нас здесь, засыпан кучей. А, он пока что не активен. Странная херня. Короче, в прошлый раз у меня была индикация, что можно было лопатой сломать, чтобы проходить напрямую направо. А теперь нельзя. Может, как-то связано это дело на том, что у нас здесь были враги. Нам игра предложила, каким образом можно обойти направо. Но это пока чисто предположение. Так, парня с фонариком пока не вижу. Нам бы по-хорошему, конечно, его дождаться. Ага, вот он, вот он, вот он. Сейчас он на новый круг уйдет, и мы, собственно, здесь дела наделаем. Нужно будет с левой стороны что-нибудь сжечь. Но мне кажется, такие серии, конечно, тоже имеют свою изюминку. То есть я не горю, я спокоен, все рассказываю, все рассуждаю, такой чисто гуру. Говорит, ребята, я как бы в теме, сейчас я вам покажу, все расскажу. А тут эти вот первые заходы, когда я ничего не знаю, это как бы это просто боль. У меня ориентирование на местности как бы такое вот спонтанное, оно у меня не то что плохое, агрессивное. Я как бы всегда, если что, иду в какую-то агрессивную драку или в какой-то поджим агрессивный, что не всегда сказывается хорошо на ситуации вокруг. Так, можно быстрее, чтобы прогорело, чтобы я мог пройти дальше. Давай, 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 давай. Что у нас здесь по ресурсикам? Если таких кучек будет очень много по ходу игры. Так, драгоценности дерева. Дерево штука очень важная. Вот ночные заходы, вот что мне не нравится пока что, они чертовски быстрые. Не знаю, может, конечно, таким образом игра искусственно немножечко удлиняет твой геймплей. Так, мы, короче, сожгли в зону прохода, тут нихера нет в этом зоне, в этом проходе. То есть ночные заходы, вот уже как бы половина времени кончилась. Вот такая вот тема. Особо не раскидаешься, должен сразу знать, куда идти четко и как бы не слоняться вправо-влево. Так, ладно, пошли в внутренний двор. Охранник уже здесь. Там мы забираем. Лучше, конечно, сейчас не шуметь так сильно, братан. Давай как-то, не знаю, будем идти просто шагом. О, вода. Так, обучение уровень тревоги. Враг обнаружил ваше присутствие, бегите. Что? А почему обнаружил ваше присутствие? Я же сказал идти спокойно, не бежать, блять. Враг обнаружил наше присутствие, боже! Вот я про это и говорил, даже в перезаходе Владос сейчас может обосраться. Вы попадаете на небольшую площадь между жилыми домами, один из них принадлежал богатому торговцу тканями. Но он и его семья были убиты во время резни на городском рынке в день вторжения. Сквозь разбитое окно вы видите, что этот дом был разграблен. Но затем слабый свет пробивается сквозь тени в боковом коридоре, там кто-то есть. Затем из коридора выходит пухлая женщина в простом рабочем платье, освещая себе путь свечой. «Друг!» — кричит она с облегчением и подходит к вам, словно слабо улыбаясь. «Вы ее знаете, это Молот. Она управляет соседней фермой недалеко от города. Она быстро втягивает вас в коридор. То, что вы видите, просто ошеломляет. Это полевой госпиталь. В чем дело?» «Я не могла их бросить в таком состоянии», — говорит она, глядя на их перебинтованных пациентов, горожан и солдат. «Мне нужна была помощь. Я кое-что знаю, поскольку лечила животных годами. Но Молот говорит, что ее больнице нужны припасы, еда, медикаменты и бинты».
Может быть, что-нибудь хочешь обменять? Давайте поторгуем. Но я с собой бинты и боеприпасы не брал. А вот обменять с ней можно прям на хорошие вещи. У нее есть сломанный латный доспех, но чтобы его отремонтировать, нужен металл, я так понимаю. То есть надо сразу брать себе и слиток, и доспех. И это, скорее всего, вещь, которая нам даст сильное преимущество во время защиты. Нам он пока что так сильно не нужен, то есть, ну, на первые дни. Нам бы, вот, не знаю, какие-нибудь инструменты сразу взять. Кирпичи штука тоже неплохая. Просто мы это хрен сейчас выменяем, да, вот на те же деньги. Хотя вот за две деньги ты спокойно можешь себе выменивать уже инструментики. Так, что бы нам еще с собой взять? Сырое мясо. Блин, ну это тоже хавка довольно хорошая. Сушеные овощи. Тоже кайф. Корм. Офигительно. Так, латный доспех. Оплачиваем ей вот так вот. Кстати, деньги, слушайте, деньги очень даже хорошо идут у нас по стоимости. Так, и вот эти доски я бы нахрен забрал вообще все. Только вот что ей давать взамен? Ну, давайте попробуем дать ей воду. Ей этого мало, да? О, нормально, пришли к консенсусу, отлично, торговать. Вы слышали это? Так, тихо, тихо, тихо. Пройди, пройди мимо, пожалуйста, ну пройди мимо, ну пройди мимо. Не заворачивай. Пройди мимо. Он здесь стоит или нет? Он прошел мимо. Да моя ж ты... Да нахера ты бежишь? Ты можешь идти пешком? Почему он начал бежать, засранец? Я тебя бегать не просил. Иди нормальным шагом. Молодец. Так, у нас остался еще один слот под ресурсы. Сейчас вот тут забираем с этой кучки. И на выход. Короче говоря, в следующий заход берем очень много денег из того, что мы нашли. И валим в это место. Таким образом, можно будет себе выменять ценные ресурсы вообще с нихера просто. Вот просто с нихера. Сейчас я опять рискую. Успею, нет? А, он дальше пошел по большому кругу. Молодец. Лопата! Ёпте за ногу! Лопата, лопаточка моя ненаглядная. Так, дрова нахрен, лопату забираем. Все, на выход, брат, на выход. Побежали. Давай, 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 давай. Беги, 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 беги. На выход, дружище, на выход. Фу, блин. Успеваем. С лопатой в руках наперевес. Это чтобы типа воздух разрезать, чтобы было лучше бежать. Вот интересно, сейчас это за счет того, что нас видели, как бы. Он нас формально не видел, только слегка слышал. То есть сейчас как бы вот зона тревоги на рынке первая степень. То есть ни как бы ни вторая, ни третья. Я вот на третьей степени еще даже не был. Там, наверное, просто трындец. То есть когда ты делаешь двойную тревогу в одном и том же месте, и защитники остаются, это все. Как бы у тебя на следующий день в этом заходе будет просто огромное количество противников с арбалетами, с чем хочешь. Ночь была спокойной. Это отлично. Так, мы хотим пить, мы хотим вообще все, мы хотим кушать, мы хотим спать, и у нас началась легкая, мать его, болезнь. Это нехорошо. Построить ремонтную мастерскую, отправьте 3 единицы еды, и сейчас все сделаем. Так, по поводу покушать, я бы сейчас на самом деле хавнул что-нибудь. Для начала заберем себе яичишко, ага, он тоже у нас хочет жрать. Блин, а мы еду, короче, не выменили, я так понимаю, да? Можешь их покормить? У них, кстати, кончилась еда. Они у нас голодные, поэтому не дают донного, нужного количества нам урожая яичек. Поэтому вот так сейчас сделаем. Замечательно. Сейчас немножко поэксплуатирую первые половину дня нашего персонажа. Он, конечно, спать захотел, но... Простите, не все так просто оказалось. Так, дружище, ты у нас пей. Покушать пока что тебе нечего. Сейчас едим, что-нибудь приготовим. По поводу строительства. Нам нужно построить ремонтную мастерскую. У нас как раз-таки появились на нее ресурсы. А вот место немножечко я здесь сушилкой обосрался. Да? Неприятно получается. Ну, значит, где-то сейчас здесь будем ставить ее. Так, готовить. Готовить и еще раз готовить. Давай. Наверное, пока не буду все-таки его кормить. Все-таки у нас здесь пустой желудок, это первая степень. Как бы фигня полная. Кстати, по поводу описания нашего рабочего флинта. Я никогда не думал, что моя жизнь может полностью измениться всего за один день. Вчера я делал свою работу вокруг животных. Сейчас я нахожусь в руинах замка в окружении диких захватчиков, ожидая спасения. Пусть праотец защитит нас в эти отчаянные времена. Вообще, честно говоря, жуткая тема вот этого, ну, осознание того, что ты реально как бы находишься в осаде. И все. Как бы, и других вариантов у тебя нету. То есть весь город вокруг тебя, он уже захвачен. Ты там реально последний из-за того, что осталось, последний оплот, так сказать, обороны. И тебе уйти некуда. То есть остается только вот реально ждать своей гибели. Блин, звучит прям жутко. Так, ладно, пошел спать.
строим мастерскую. Так, отправить 3 еды. Блин, ну 3 еды отправить у нас пока нет. 3 еды, я так понял, бастион. Или у нас есть 3 еды? А, у нас даже есть 5. А-а-а, так это фигня. Отправить 3 еды. Водичка вам нужна? Водичка у них, по-моему, была еще. Там еще водичка есть, нормально. Отправить 3 хавки. Так, отремонтируйте топор, дайте его салатам. Тоже хорошая вещь. Сейчас постараюсь это сделать. Только первостепенно, давай сами сейчас поедим. Немножко времени потеряем. Но немножко. Так, поехали, 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 поехали. Так, отремонтировать топор. Я, в принципе, могу отремонтировать и этот гамбизон, и сам топор. Так что все умеем, все могем, ремонтируем. Вообще, с самого начала лучше свой бастион поддерживать, так сказать, хорошей амуницией. Потому что потом, если у тебя будет слабый гарнизон с самого начала, он будет терять бойцов. И к финальной волне у тебя просто не останется людей. Придется прям их сильно снаряжать вооружением, чтобы вывести атаки викингов. Поэтому лучше с самого начала как бы иметь неплохую защиту. Так, отдаем и гамбизон, и топорик. Делаем посылочку ребятам на стены. Жалко, что самих бойцов нет. Это немножко теряется атмосферы в этом плане, что нам замок-то показывают, в нас показывают. А где бойцы? Ну, я понимаю, что они, возможно, в башнях сидят закрытых, да, где-то вот здесь в бойницах сидят. Ну, показали бы каких-то людей, которые здесь ходили. Было бы как-то, не знаю, немножко покруче. Вот такая мелочь, а была бы намного более приятно в плане ощущения. Так, что я хотел еще сделать? На этот день у нас задания кончились, к сожалению, или к счастью. Из того, что нам осталось, у нас есть компостер, можем построить, удобрения делать. Я пока не выращиваю вообще никакую еду. Стол мясника, точно, у нас там тушка мяса уже просто загнивает, поэтому как бы надо бы сейчас ее здесь как-то так, блин, она там... А, боком ставится, а так не ставится, ну давайте поставим боком, не проблема. Просто тут огромный кусок мяса, да, она пока свежая, но эту тушу нужно разделать. Во-первых, это очень много мяса, во-вторых, его можно засушить. Завялить. Может быть, просто приготовить. Короче, вещь очень важна в любом случае для нас. Плюс, видите, как бы стройка занимает здесь. Здесь реально по времени все расписано так, что ты много действий за сутки не успеваешь. То есть надо каждый день что-то делать. Иначе будут просто проблемы. То есть постройка, дерево, обработка, блин, готовка еды прям занимает очень много времени. Так, разделай тушу. Вот, нам нужны, собственно говоря, волокна. Плюс... мы получим. А, это не нам нужно, это мы получим. Из этого огромного куска мяса. А у нас их целых 2. Блин, я из травы и в сратых этих кормов старых мог получить нормальный корм. Вот это я, конечно, обосрался, ребята. Ну давайте, наверное, пока одну тушу разделаем. Вторую оставим, или сразу 2 разделать на будущее. Давайте сразу 2 разделаем на будущее. Будет очень много. Много готового, хорошего мяса не бывает, я скажу так. Надо будет что-нибудь найдем еще. У нас сейчас как раз таки лопата появилась, надо будет куда-то сходить покопать. Можем, конечно, сходить в левую сторону, где я уже бывал, опять же, в том заходе, в злополучном, где у нас там... Там есть как бы сценарный момент, в левую сторону, если идти вскопать проход, вот, не очень приятный. Я как бы теперь знаю, вроде как ответ и решение, но в прошлый раз там меня запиздили 3 стражников, я истекал кровью и звонил маме по голубиной почте. Вот так вот оно и было. Так, ладно. Ну, вроде как все успеваем, даже сделали задание. То есть, вообще, в принципе, в этом заходе, в туториальном, тут как бы первые дни должен просто делать задание. Это только потом в конце тебя бросают на растерзание компьютеру. А поначалу просто делаешь, что тебя просят, да и все. Возобновить работу. Настала ночь. Так, ну поехали, что мы делаем? Спить. Легкая болезнь, пустой желудок. У нас как бы есть микстурка, кстати, раньше. Возможно, надо будет его полечить следующим заходом. Нехватка стрел. Так, отправиться в мародерство. Есть шанс сейчас взять с собой лопату. Но я думаю, если есть шанс ее взять, нужно брать. А, кстати говоря, денег-то у нас не так много. У нас они кончились. Мне почему-то казалось, что у меня куча денег. Походу, мне казалось. Причем очень сильно. Нет, на рынке не сработала у нас система, то есть остался у нас первого уровня этот уровень тревоги. И это не может не радовать. Но я пойду так же, как и до этого, в эту сторону, она слишком богатая. Просто пойду немножечко глубже. Так, стражника пока не вижу. Он где-то на кругу находится, на своем. Здесь реально один стражник, он ходит по кругу. Это, ну, как бы, сильно облегчает тебе, в принципе, все тайминги.
Хотя, конечно, дальше пока не забуривался, может, дальше есть какие-то бойцы дополнительные. Но здесь все вот просто идешь, спокойно копаешь. Ныкаться как бы есть через каждые полметра, где вот куст, куст. Просто смотрите, вот тут, кстати, бляха. Здесь факел нужен. Ну, я этого ряда еще не видел, здесь я не доходил до этого момента. Как бы я же говорю, что я играл всего-навсего 30 минут дополнительных, а не до хера. Тут у нас и квесты, тут у нас перекрыт проход в замок трубами. Их нужно будет сжечь и пройти в замок. Нифига себе. А вот и деньги, кстати, для обмена. Так, надо сейчас, кстати, следить за спиной, за бойцом, за этим. То как бы будет весело. Его здесь нету еще? Немножко сыкотно. Просто куст находится позади, как бы впереди я не вижу куста. Так, взаимодействие. Давайте посмотрим. Вывеска перед зданием сообщает, что это есть, или была аптека под лебедем. Одна из лучших в городе. Такая дорогая, что попасть внутрь было просто невероятно. Говорят, что аптекарь, старик по имени Мемлинг, лечил все, кроме смерти. Его лекарства, несомненно, пригодились бы в замке, если бы они пережили из миров. Так, интерьер был разрушен, судя по сожженным трупам и смиров у двери. Прибытие врага совсем не удивило старого Мемлинга. Аптекарь защищался какой-то особой взрывчаткой, взрывчатой смесью. А взрыв был настолько мощным, что повредил все стекла в пыль. А окна, мензурки, бутылки, все остальное. Огонь поглотил все, что могло сгореть. Однако самую высокую цену заплатил сам Мемлинг. Переступая через брошенное к стене и неестественно согнувшееся тело Мемлинга, вы задаетесь вопросом, где аптекарь мог хранить припасы? Может быть, на втором этаже? Однако все было разграблено и смирами, или мародерами. Ничего ценного там не осталось. Спустившись, обнаружили вход в подвал. Еще одно разочарование. Массивная запертая дверь стоит на вашем пути. Никаких признаков наличия ключа рядом нету. Ага. Попробуй сломать дверь. Ну, давайте попробуем. Вы делаете все, что можете, но бесполезно. Крепкая дверь вас не боится. Она попросту вам не по силам. Горечь неудачи возрастает по мере того, как вы понимаете, что никто другой не смог бы проникнуть внутрь раньше вас. Если аптекарь здесь хранил свои припасы, то они все еще там. В безопасности от эсмиров и от вас. То есть нужно просто найти ключ. Блять. А здесь ресурсов, мать его, за ногу. Очень много. Посмотри. Это, кстати, уже вторая зона у нас, там есть одна, это проход за стену через ключ, и вторая. Но ключей пока что я не находил ни одного. Блять. Немножко сыкотно. Блин, был бы какой-то маломальский топорик, я бы сейчас, конечно, его обработал. Так, у нас здесь, кстати, завал, который можно разгребсти. Как раз у нас есть лопата сейчас. Единственная беда, что мы забурились очень далеко. Жареное мясо. И в случае отступления нам придется идти чертовски далеко. Чертовски. Просто очень-очень далеко. Плюс 8 воды, некуда класть. Блин, драгоценности оказались тоже очень важны. Ну сейчас я просто лопату использую, простите. Давай ускорим здесь, все равно не понять по круге. Так, я не могу нести больше, да я в курсе. Но это проход уже в какую-то прям закрытую замковую часть, прям улочку. Там, наверное, что-то ценное есть. Просто смотрю как бы на время и охреневаю. Вот, как бы успею сейчас или нет. Так, что у нас здесь было? А, здесь задание и какой-то выход. Неактивный проход. Здесь можно будет ходить из той части в эту сразу, напрямую. Охренеть. Так, поломный топор забираем, траву забираем. А как же его починить, этот проход? Вы подходите к старой гнилой двери. Вы смутно вспоминаете, что за ней должен быть небольшой дворик, из которого через скалы можно попасть в доки. Охренеть. Это был бы очень удобный и короткий путь для ваших ночных приключений, если бы дверь не была заблокирована с другой стороны. Так, разрубить дверь требуется топор. Попробуй сломать ее своим весом. Я думаю, своим весом не получится, скорее всего. Вы отступаете и готовитесь разбираться в дверь. Вы смотрите на темную древесину и делаете еще один шаг назад, на всякий случай. Затем вы бросаете вперед и пробиваете ломающиеся бревна, падая при этом прямо в дыру в полу за дверью. Вы чувствуете боль, но вскоре понимаете, что вам повезло. Это еще одна ветка туннеля, идущая от замка. Вы нашли не один, а два кратких пути. Вау! Я теперь могу отсюда в замок возвращаться. Это просто невероятно. Да, я получил увечья, но это как бы бинты, это вылечим. Это легкое увечье, как бы не жесткое. Обалденно, мы пришли к докам, а здесь травушки и сами доки, а в доках, вы понимаете, ресурсов, ой, как много, и очень много зон для поджигания, какое-то сюжетное место с лошадью.
Так, сейчас, я вернусь назад, подождите, я успею вернуться назад, это не проблема. Стая огромных голодных крыс суетится над трупом мертвой лошади, преграждающей узкую дорогу. Все больше и больше крыс пробегает мимо вас, чтобы присоединиться к пиршеству. А туша лошади еще свежа, некоторые ее части все еще не тронуты и могут оказаться полезными. Прогнать крыс, чтобы дать немножко мяса и избежать контакта. Блин, я так понимаю, крысы нас могут заразить какой-то болячкой, поэтому мясо как бы не так важно, как наша болезнь. Настоящая орда крыс жадно грызет труп, вскоре крысы наелись вдоволь, и лошадь превратилась в кровавый скелет. С исчезнувшими крысами расчистился и путь. Ну то есть я просто не стал рисковать, в этой игре я два раза рисковал в прошлом заходе, и два раза игра мне сказала, иди-ка ты нахер. Поэтому здесь просто здоровье твоего персонажа, это очень важно. Он потом сутки лечится, а то бывает и больше, такое себе. Так, вернуться в замок. Да. И еще раз да. Вражеский штурм приближается. Второй. Мы должны быть готовым к худшему. Враги готовятся к атаке. Нам нужно поддержать наших солдат, чтобы помочь им остановить вторжение. Так. Я могу сейчас успеть доделать топор. Второй я только что получил. Что касательно тебя сейчас. Сушеное мясо свежее скушай. Да, будь счастлив, как говорится. Все остальное у нас небольшая болезнь. Блин, как бы болезнь. Сейчас бы, конечно, по-хорошему себя залечить. У нас две микстуры, давай-ка мы сейчас на натуре одну используем. Вылечим болезнь, чтобы этого дерьмища не было. Так, мастерская ремонтная. Почини еще один топор, можем. Если можно, надо делать. Так, мы выпили микстурку себе, хотим кушать. У нас легкая небольшая рана, но это опять же тоже, у нас есть бинты. Спасаю нашего сталкера, как говорится, от нападений. И идем спать. Так, доставьте отремонтированный топор в бастион солдатам. А, мы до сих пор, типа, не отправили им топоры, что ли? Тю, елки-палки, отправить. Ну, в принципе, так, вот она, осада, в укрытие. Враг обстреливает огненными стрелами, которые могут нанести урон как зданиям, так и персонажам. Вы можете приказать каждому персонажу спрятаться от входящих снарядов, используя кнопку в правом верхнем углу. Но если здание загорится, без вашей помощи оно сможет сгореть дотла. Вот она, ребят, это атака, когда заливает нахрен все, хрюшки могут умереть, здания могут нахрен сгореть, короче, не очень приятно. Так, идем, ныкаемся под здания, и если они будут заливаться огнем, постараемся их, как говорится, защитить. Ну, Флинту как бы насрать, он спать лег. Но у него как бы целое здание, причем как бы даже не деревянное и кирпичное, но вряд ли загорится. Ему-то все равно, вот наши хрюшки, голодающие курочки, могут вполне получить себе ожог пятой степени и умереть. Здание, кстати, уже загорелось, какой-то полусклад наш интересный. Ну, пока что семья макасы. Но это вопрос времени. Так, близко, очень близко к хрюшке было, очень близко вообще ко всему. Самое обидное, что такие дни осады, как бы, для нас... Ох, мы их сильно раздавили во второй атаке, сильно! Наши топоры и гамбизоны сделали свое дело. Просто минус 3 человека сразу мы их раздавили во время второго сражения. Пытаются ребята проломить там стены. Вот опять же, вот из-за того, что инди-игра, вот, да, вот не хватает вот этого ощущения. Вот сделали бы, ну, хоть какую-то однообразную, что ли, показуху атаки. Вот именно как люди идут на твою стену. Вот какие-то мелочи, даже не масштабные. Было бы намного более интересно. А так, я понимаю, что враг где-то за стеной. Как бы атака идет с этой стороны, но точно что и как я не понимаю. А хотелось бы. Это давало бы ощущение намного больше. То есть где-то вот там крики, что-то там. Врагу не сдается наш замок. Так, ну мы сильно впереди. Конечно, можем оценивать нашу оборону. У нас хороший сейчас статус укреплений. Бойцы есть, как бы. Единственное, что я в первый день не вылечил одного бойца. Это, конечно, проблема была. Вы еще не подтвердили отправку билетов в бастион. И вы действительно хотите отменить это действие? Нет. В смысле, что надо сделать? Как это закрыть? А. Да, блядь, да как это закрыть? Что надо сделать? Отправить? Блять, ладно, окей. Так и быть, отменю. Но вторая атака, ну мы сильно раздавили бойцов. Прям сильно, просто в мясо их раздавили. 27-23. Они теряют... А, битва окончена, все. Они понесли очень большие потери. Невероятно большие потери. Так, битва окончена, защитники храма сражались, и враги понесли серьезные потери. Ну чё, вторую битву мы, собственно говоря, довольно легко выиграли.
А вот и итоги. Это была тяжелая битва. Оружие и укрепления сохранили жизнь защитникам, благодаря этому отразили атаку врага, смерть их богам и королям. У нас нет вообще потерь, нету раненых. Единственное, что нам подломали стены, 4 штучки. В остальном у нас... у нас сильные потери по топорам, по гамбизонам. Блин, это, конечно, неприятно. Ход битвы. Обстрел снарядами, потом у нас пошла, собственно говоря, нуждается ремонт, защитники храбро сражались, осадное орудие создает ад, но все еще нормально, и храбро сражались. Понятно. Так. Что у нас здесь? Некоторые животные голодают. Это я в курсе. Какие наши дальнейшие действия сейчас? Пока что, как говорится, не ясно. Отремонтируйте сломанное оружие, чтобы помочь салатам. А, то есть просто дальше, говорится, мы в водном плавании, больше у нас каких-то зданий нету. То есть дальше просто мы помогаем этим ребятам в ремонте оружия, гамбизонов, чтобы у них все было хорошо. Ну, я, в принципе, не против. Сейчас отремонтируем все, что можем, отправим этим ребятам. В укрытие вражеские лучники, это мы видели, нечего есть, видели. Животных сейчас покормим, в принципе, все успевается. Так, достать топор, это сейчас сделаем. То есть в дальнейшем каких-то действий особых у нас пока что нету, просто как бы живем, развиваемся и что-то делаем в целом. Потому что до этого как бы шли четкие задания. Тут у нас, кстати говоря, помимо того, что есть строительство зданий, есть еще прокачка старых зданий. То есть их можно улучшать, открывается второй тир предметов, которые опять же очень важны и нужны. Ты у нас выспался? Он вообще у нас спит, кстати говоря, но он у нас спит. Но в принципе у него нет усталости, поэтому принял лекарство, отдыхает, плохо себя чувствую. Хотя он пока что болен, наверное, не буду его трогать. А то это плохо кончится. Наступает ночь. Это я вижу. Успеваю забрать, интересно, или покормить? Успею ли я покормить хрюшек? Для которых у нас пока что нет корма. Нет, не успел. Нехорошо это так. Жажда, легкая рана, легкая болезнь. Блин, ему бы, конечно, хотя бы день отдохнуть, но не получится. Хотя вот, видите, предлагается ему со всеми его болезнями сейчас отдохнуть реально. А Бертранам пойти куда-то вылазку. Ну, давайте, наверное, так и сделаем. Все-таки залечим сейчас Флинта, потому что ему не очень хорошо, у него как бы уже два тира болезней, поэтому сходим с 8 слотами. Я думаю, это небольшая проблема для нас сейчас. У нас нехватка уже и еды, и брони, и всего у солдат. Так, у нас, кстати говоря, есть проходы, я так понимаю, активные. То есть у нас теперь есть выход сразу туда, к гавани. Между гаванью и здесь у нас там еще оставались разные элементы интересные. Наверное, сейчас сразу пойду к гавани, реально. Так, брать нам с собой что? А, кстати, топор! Можем взять с собой топор и разбить ту самую дверь у этого, у медика. Вау! Вот это, кстати, очень даже. Так, смесь лекарств, еда. Воняющая еда, которую надо как бы съесть по-хорошему. Так, ну поехали. Я и забыл, что мы ж там можем... А топор как оружие считается в руке. Может быть, охранника в этой зоне просто красиво ёбнуть? И все, и он не будет нам мешать? Просто я так понимаю, сейчас как бы акция одноразовая. Топор либо ломает проход, либо, как говорится, ну все понятно, пробует сломать дверь. Так, даже с помощью оружия дверь требует огромных усилий и всей вашей силы. Но это говорит о том, что оно того стоит. Ни один мародер наверняка не смог проникнуть внутрь. А когда дверь наконец распахивается, ваши глаза видят настоящую сокровищницу. Все припасы аптекаря здесь. Вы даже не узнаете большинство контейнеров. Тем не менее, вы быстро находите много полезных лекарств и бинтов. Так, у нас уф, уф, хорошо. Но при этом топор, кстати, не сломался. То есть топор не одноразовый. Блин, но у меня... жесткое желание сейчас, ребята, рискнуть, действительно, и попытаться с этим охранником мне что-то либо, ну, сделать. Не знаю, почему мне так хочется, но... Он здесь один? Если я его устраню в этой зоне, это нам сильно облегчит жизнь в целом. Вот в этом переулке, как бы, по-хорошему бы на него сейчас проатаковать. Время у нас есть. Я пока только не вижу самого бойца этого потрясающего. Невидимого фронта. Может, он ушел куда-то? Кончилось место. Ага, бывает. Ну уже, дружище. Ладно, так и быть, у нас кончилось уже место. В любом случае, мы насобирали много всего. Поэтому сейчас просто посидим. Немножко подставим Бертрама. Но хочется рискнуть. Давайте так, я этого еще не делал. Но у нас есть топор. Как бы, топор, это вам не хухры-мухры, поэтому атака сзади, я думаю, мы выиграем себе какое-то время. Вот он решающий момент. Брат, прости, но такова жизнь. Ты наш враг. Вот она, критуха сейчас будет сзади.
Нац! Добивай! Отлично! Ух, блять! Как мы его, а? Красиво! Красиво же! Правда, топор сломался, а у нас теперь сломанный топор. А, вот наш целый, а вот его сломанный. Так, только брать его некуда, надо что-то выложить. А, не нужны пока волокна, заберу поломанный топор. Взять все, отлично! Отличненько! Теперь эта зона чиста! Ебать, его там размазало, конечно. Вот это хорошо, вот это мне понравилось. Так, а что у нас там по ассортименту внутри? Нифига важного. У нас тетка-то просила отдать ей лекарство тут для обмена. Но я так понимаю, это нифига не квест. Кстати, враги не пропустят того, что вы сделали в следующий раз. А-а-а, блядь! Убивать нехорошо, мы подняли уровень тревоги в этой зоне. Зачем? Короче, оказалось, убивать не лучшая идея. Это поднимает уровень тревоги. То есть они как бы заметят, что у них пропал патрульный. Блядь. То есть воевать здесь не лучшая затея. Хотя мы довольно легко убили этого паренька, то есть буквально два удара и от бойца ничего не осталось. Ага, вон там охранник, нам нужен факел. А вот здесь, кстати говоря, уже зона такая, более тревожная. Тут уже бойцов побольше. Там, чтобы пройти, сейчас нужно сначала сжечь трупы. Там еще проход в замок был, кстати, тоже. Я про факел забыл, блин. Что-то полезное будет. А может и будет, а может и не будет. Так, ладно, короче, пошли на базу. Тут больше делать нечего, мы собирали все, что могли. Блин, ну ладно, я хотел это испытать, поэтому сделал. Ну, немножко потревожиться, ничего не поделаешь. У нас в золотом уголке теперь вообще тревога красного уровня, как бы полный трындец. Доклад. Повелительный голос нарушил тишину. Вы узнаете Марис, суровую женщину из городской стражи. По ее собственным меркам она выглядит вполне обычно. Ее каштановые волосы завязаны высоко, один глаз закрыт повязкой, оставшийся холодно смотрит на вас. Но где же Гальвик? Спросим о нем. Хотя Марис сохраняет спокойствие, видите, что ее кулаки сжаты, а взгляд становится еще холоднее. Гальвик перелез через стену, говорит она тихо, но укоризненно. Да, наш лучший солдат отправился на разведку в тыл врага, потому что вы, люди, этого не сделали. Очевидно, это беспокоится, очевидно, что она беспокоится о Гальвике и справится ли он один. Но Марис меняет тему. Если мы собираемся выжить, говорит она, нам нужно оружие. Оно хранится на сторожевом посту у рынка. Мы послали туда наших солдат, чтобы заполучить его, но они не вернулись. Мы не можем никого отправить, но вы можете обыскать здание, найти оружие и узнать, что случилось с нашими людьми. Хорошо. Теперь Марис переходит к другому серьезному вопросу. Припасы бастиона. Хотя у солдата уже остались только половина рациона, скоро у них может закончиться еда и вода. Позаботьтесь об этом. Сердито покраивает она, ведь это ваш долг. Закончив доклад, Марис разворачивается и возвращается в бастион. Розыск. Мы убили вражеского стражника, они не скоро это забудут. Теперь вражеские патрули будут активно обыскивать город. Возможно, стоит переждать несколько ночей в замке. Блин! Сука, вот это я, конечно, рискнул. Ой! Да, косячок, как говорится, так косячок. Так, ладно, ребят, у нас куча индикаций того, что все плохо. И к концу третьей серии мы пришли к тому, что опять все плохо. Надеюсь, у нас по итогу получится это все дело стабилизировать. Но на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.